чему мы готовились чуть ли не с 1 сентября, то из-за чего мы пропускали пары, то, ради чего мы уже несколько недель практически живем в Униксе, то, что стало одним из решающих факторов поступления в университет. Тут весна 2013 пришла и окутала флером праздника, красоты и творчества наш вуз. Первыми выйти на сцену и побороться за место в гала-концерте выпала честь Институту фундаментальной медицины и биологии и философскому факультету. Яркие номера сменяются один за другим. Ну а мы решили узнать у зрителей, на чьей стороне их симпатия. Мы болеем за философский! Я болею за дружбу. Институт фундаментальной медицины и биологии самые лучшие. За философский, да. В частности, за политологию. Нет, за весь философский. За весь философский. Чтобы порадовать зрителей, ребята готовились не один день, преодолевая препятствия, чтобы подарить отличное шоу зрителям. К этому долгожданному событию мы готовились с большой ответственностью, с трепетом. Очень долго ждали, подбирали репертуар, кто-то минусовочки, ставили танцы всевозможные. Вот, наконец-таки, это свершилось, 7 число. Сегодня у нас тут весна, и мы готовились к ней очень напряженно, да, Вить? Да. Витя у нас... Танцор. А я пою. А еще, ну, мы участвовали вообще в... организацию всего этого мероприятия, да, с нашим, мы помогали нашему культоргу. Вот, а у нас сегодняшняя наша программа посвящена... мамам. Теперь каждая весенняя неделя будет ознаменовываться очередными шоу студенческой весны. Все завершится грандиозным гала-концертом, на котором вы увидите лучшие номера, а также узнаете имена победителей. Ну а мы будем держать руку на пульсе самого творческого студенческого конкурса. Евгения Шевченко, Ленардо Влетьяров, Булат Фаизов, специально для Универньюз.